Нет, спектакль хороший, и актеры играют великолепно. Но ты все же хочешь сказать «но». Ну, говори. Оль, ну сплошная бытовуха. Мне ее на работе хватает. Убийство, интриги, ради чего? Чтоб старика из собственной квартиры выгнать? Стёп, ну какая бытовуха? Это ж классика, самое что ни на есть. Да знаю, что классика. Что ж ты меня совсем за валенка держишь? Читал в школе. Ну вот учителя и должны были объяснить всю глубину, весь смысл, ну и так далее. Да смысл понятен. А вот глубина... Да тут уголовного кодекса на эту глубину не хватит. От 105 статьи и дальше по списку. Стёп, ну ты можешь хоть на что-нибудь смотреть не через призму уголовного кодекса, а? Могу. На что? На тебя. Очень ты меня с уголовным кодексом не сочетаешься. Очень хорошо. Пойдем ко мне, а? Ну... Ну что, ну? Сейчас, погоди. Ну что? Убедил? Убедил, Степан Степанович. Прошу. До утра они подождать не могут. Высокое начальство. Тебя вон тоже несколько раз из постели выдергивали. Ну, ты же у нас вроде руководства. Целый начальник уголовного розыска. Нашего зав. Отделением в неурочное время на работу танком не вытащишь. Спи. Ты ж после суток. Угу. Я тихонечко.